Вход в безопасный режим на PSMAR 2021. Нажимаем и удерживаем на кнопку питания, точнее, кнопку питания. После появления кнопок выключения нажимаем выключение и еще раз выключение. Ждем около 10 секунд. После короткого ожидания нажимаем и удерживаем кнопку питания и увеличение громкости. Через несколько секунд после появления логотипа, сейчас он появится, отпускаем кнопку питания, но продолжаем удерживать кнопку увеличения громкости. Отлично. Теперь нажимаем Safe Mode и ждем перезагрузки. Ну что ж, вот мы и попали с вами в безопасный режим. Видим надпись «Безопасный режим» в левом нижнем углу экрана. И что ж, теперь здесь, как мы видим, не работает ни одно скачанное приложение. То есть ни одно от слова «вообще ни одно». У нас невозможно запустить ни одно скачанное установленное приложение в этом режиме. Для входа в обычный нормальный режим нажимаем и удерживаем кнопку питания, а затем просто нажимаем перезагрузка. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Мы вошли в нормальный режим. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!